Сегодня я купил беспроводную зарядку Lotte Series Central Console Wireless Charger. Сделана в Китае. Торговая марка USAMS. Куплена где-то было около 500 гривен. За 500 гривен это где-то около 12 долларов. USAMS Trading LTD. Так, China. 10 ватт. 2 в одном. Can use indoor or in car. Вряд ли in car можно использовать. Так, вращается. US SD28 модель. Так, вот она, марка его. Что такое Lotte Series, непонятно. Обмежена может быть серия. Рекомендуется 2-амперный адаптер только. Смотрим. Модель USSD58. Входное напряжение 5 вольт 2 ампера. Выходное 10 ватт. Без чаржа 6 миллиметров. Ну что, открываем. Так, вот она, красавица. Инструкция. Это резиновая штучка на липучке. Сюда приклеим потом. Так, и книжечка. Ну, книжки то же самое, я так понимаю. Написано. Что и на коробке. На китайском и на английском. Type-C разъем. Подсоединяем. Так, и ставим заряжаться. Так, сейчас подставочку уберем вот так вот. О, идет зарядка. 95%. Отлично. Вот в одном положении работает. Да? В таком без резинки. Ну сюда миниатюрную прокладочку. Все работает.